Здание бывшего коммерческого клуба, известное также как дом купца Мясникова, расположено на улице Куйбышева. На протяжении 16 лет строение находилось в разрушенном состоянии. Фактически от образца неоклассицизма оставались лишь стены. В преддверии чемпионата мира по футболу объект культурного наследия решили привести в порядок. Минкульт выделил на это почти 400 миллионов рублей. Однако подрядчик, обязавшийся сдать под ключ дом к ноябрю этого года, сорвал сроки. Мы вынуждены были поставить требования, высказать требования заказчику о необходимости смены подрядчика. К сожалению, было потеряно время, некачественно были сделаны объемы работ, особенно по кровле, поэтому были допущены ряд протечек в осенне-зимние периоды. В результате подрядчика отстранили от выполнения работ. Теперь их завершить должна новая организация. Предусмотрено дополнительно 140 миллионов рублей. Мы должны и обязаны, да, все это здание восстановить, и чтобы оно радовало глаз жителей города Самары и, так скажем, и всех людей, которые сюда приезжают отдохнуть, попутешествовать. Для того, чтобы предусмотреть завершение, мы выделили серьезную сумму в ущерб тем памятникам, которые у нас должны реализовываться по реставрации в следующем году. Самый трудный вопрос подключения к городским коммуникациям. Новый срок сдачи объекта – май 2018 года. Если все пойдет по плану, уже к лету будущего года в отреставрированное здание переедут несколько факультетов Самарского института культуры.